принято решение по поводу скандального матча Кыргызстан-Афганистан. Это был очень напряженный матч. Единственный гол на последней минуте забил кыргызстанский нападающий Эрнис Батырканов. Сразу после этого афганские футболисты покинули поле. Их увел тренер, не дожидаясь финального свистка. Центральноазиатская футбольная ассоциация вынесла решение по этому инциденту. Во-первых, Кыргызстан объявлен победителем матча со счетом 3-0. Игра признана несостоявшейся. Во-вторых, команде Афганистана разрешено продолжить участие в турнире. В-третьих, поведение главного тренера сборной Афганистана рассмотрит дисциплинарный комитет ассоциации.